что нужно еще, чтоб растворилась во мне. Замечательный молодой исполнитель Рим. И вот я рад, собственно, что ты сегодня оказался здесь. Просто в восторге от твоего творчества. И, Рим, хочется задать тебе один вопрос. Вот как начинающему исполнителю, в принципе, вот что ты делаешь для того, что вот создаешь такие замечательные песни? Вот как это у тебя рождается, получается вообще? Да? Объясню ситуацию. Мне нравится, я кайфую, я тусуюсь. Мне это доставляет огромное удовольствие. Я вчера был на премии Music Box. Это зажигает меня все больше и больше. Мне хочется тусить, зажигать, радовать народ. Кстати, сейчас я презентую свой новый клип. Ну, скорее всего, будет в конце января, потому что я не успею на Новый год. И всех приглашаю вас. Вот. Клип как будет называться? Под каким названием? Чтобы люди немножко могли абстрагироваться. «Рим, о тебе мечтаю». То есть, о тебе мечтаю. То есть, именно «Рим»? Романтическое. Будет все очень красиво. То есть, про любовь. Все очень реально круто. Будет. Там будет и город Рим, и любовь, как бы, да? Да, в таком стиле, в историческом стиле, в замке. То есть, все, вот с такими красивыми девушками примерно. Иди сюда, вот, иди. Видите, вот все красивые девушки меня окружают. Да, все красивые девушки. Всегда встречаю этого молодого человека, и всегда он находится в окружении красивых, замечательных девушек. Я смотрю, ты сегодня как раз сменил имидж, вот стилисты, визажисты. Ага. Замечательно. А есть среди вас стилист? Да, вот стилистка очень, Эльвира, очень крутая. Эльвирочка, это ваша работа, наверное, да? Да, это мои работы. Замечательно, замечательно. А можно показаться вот? Да, конечно. А то есть не поверите, у нее были черные волосы длинные. Я вот сегодня изменила имидж в том числе. И поменяла с характером, вообще нереально круто, просто нереально. Но, в общем-то, творчество прет со всех щелей. Как это называется, да? Все, что рядом с тобой, то есть отовсюду. Все горит, все зажигает, потому что я сейчас. То есть ты не только показываешь, но ты. То есть ты не только поешь, но еще и показываешь, да? Да, показываю. Супер. Все. Замечательно. Ну, можешь передать привет, собственно. Привет от салона красоты Кинки Студио и от всех друзей. И с наступающим Новым годом. Вот. Самое главное, с наступающим Новым годом! Любимой девушке я имя написал. А похлопай, не прогоняй меня, мороз. Хочу побыть немного я на белом-белом покрывале января. Всем привет! Сегодня с нами самый, что ни на есть, заслуженный артист эстрады «Сладкий сон». И все же он, Сергей Васюта. И вопрос такой, Сереж, что бы ты посоветовал вот начинающей молодежи, поскольку у нас канал «Step to Stars» – это шаг к звездам. То есть вот ты как вот же такой прожженный, статный артист. Хорошо, да. Я могу сказать, что если есть что сказать этому миру, вот что-то новое, но не повторяться, найти свое. Да, что-то такое, что еще никто, тот срез,
где ты будешь не похож ни на кого. Ну иди, только не подражать, иди от себя. Если удастся это сделать, пусть даже ты не в тренде, не в моде, но и оставаться самим собой, не бегать, не гоняться ни за какими. Вот тут, кстати, в музыке за модой гоняться не стоит. Надо искать свое я, найти себя в этом. То есть как бы, ну, все похоже, все где-то однотипно в этом мире. Но в любом случае, если ты несешь что-то искреннее, ну, искренне несешь свое зерно творческое, если это не заимствовано, если здесь есть самобытность, ищешь свой ключ в этом, ну, свой какой-то корень, ну, свою основу, то тогда это все проявится рано или поздно. И главное не останавливаться, но достигнуть, не почивать на лаврах. Вот нас всех, любителей и тех, кто сейчас называется ретро-форматом, ну, в то же время мы вне времени, мы как народный формат уже. Это уже, да. Да, все равно нас держит эта тема за, там, за штаны или за что. Ну, держит нас и не отпускает. А нам хочется быть современными, хочется и там побывать, медитировать, в общем, во времени. Медитируйте, ребята. Это правильно. Медитируйте, самое главное, в творчестве. И вы найдете себя. Но только отпускайте и слушайте душу, сердце. Отпускайте это, не держитесь ни за что. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Михаил Муромов. Самый замечательный, что ни на есть исполнитель, заслуженный артист России. И я всем напоминаю его легендарный хит «Яблоки на снегу». Яблоки на снегу. Если вы помните, да? Карстенде алмалар, минкетеп калалар. Потому что спето на татарском, на английском. Я приехал в Сан-Франциско как-то, вхожу в большой ресторан громадный, «Золотая карета». А ирландская группа поет на русском языке, но записано все латинскими литерами. «Яблоки на снегу, розовых на белем». Так что песня от Китая до Аляски звучит. Это приятно, скоро исполняется 30 лет. Замечательно, все, спасибо большое. Еще. Хочу задать единственный вопрос. Для канала Step to Stars, он так и называется, «Шаг к звездам». Молодым начинающим артистам дайте, пожалуйста, напутствие, вот что бы вы им посоветовали, вот что нужно для того, чтобы как-то быть, как-то состояться в сегодняшнем шоу, в сегодняшней шоу-индустрии, вот что нужно делать для того, чтобы хотя бы немножко быть нужным? Помимо того, чтобы иметь в душе и в сердце, и иметь талант, и иметь яркость, нужно еще уметь считать не деньги, а секунды. Поется же, не думая о секундах свысока. Вот все. Замечательно. С нами был Михаил Муромов. И спасибо вам. Сегодня с нами Аленочка Валенсия. Вот. Моя давняя подруга. Ну, собственно, я рад ее здесь видеть. И она очень хочет сказать несколько слов о своем творчестве. Я с удовольствием передаю тебе микрофон, Ален. И спасибо, давай поговорим. Давай поговорим, Сереж. Я рада тебя видеть, рада сегодня участвовать в таком хорошем мероприятии. И хочу прорекламировать свой дебютный альбом, который выпустила студия «Союз» при информационной поддержке «Милицейская волна». Слушайте мою песню на «Милицейке», приобретайте альбом на CD, на компакт-диске в магазинах «Озон», в iTunes, Google Play, везде-везде. Это супер альбом, я написала все песни сама. А здесь есть дуэт Саша и Вазун, кстати, да. Вот. Очень даже замечательные песни, так что всем рекомендую. Вот, Сереж, специально для вас. Спасибо тебе. А тебе хочу подарить, Сереж. Да? Ты будешь первым обладателем. Я с удовольствием буду слушать твою музыку. Да, ты знаешь, Ален, вот сколько тебя знаю, мне все нравится, все, что ты делаешь, поэтому с удовольствием от души я тебе просто благодарен. Благодарен. Ну, только вот надо чаще встречаться, наверное, да? Да. Так что приезжай ко мне на презентацию 27 числа. Это будет клуб «Джем», «Красные ворота». Да, вот-вот, через недельку буквально. И презентация нашего телевизионного канала «Step to Stars TV». Вот, поэтому хорошо, буду рад тебя видеть. Спасибо. Все, Сереж. Все, спасибо.